Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, сердце вас не обманывает. Интуиция в этот день должна превалировать над логикой. Слушайте свое сердце. Тельцы поступят верно, если сделают ставку на личные отношения. Проведите эту субботу в компании второй половины. Близнецам звезды советуют трезво оценить действительность. Вам сейчас не все удается, но пройдет немного времени, и ваш труд будет вознагражден. Раки, вероятно, смогут наладить отношения с людьми из прошлого. Неожиданная встреча все расставит по местам. Львы, самое лучшее для вас занятие – обустройство семейного гнездышка. Бытовые дела нисколько вас сейчас не утомят. Девам будет легче, чем обычно, предугадывать, куда дальше двигаться. Повернуть жизнь в нужное русло будет не так-то сложно. Весы, не все люди должны вызывать у вас доверие. Отнеситесь с осторожностью к новым знакомствам этого дня. Скорпионы, приготовьтесь к интересным находкам. Это может быть как давно утерянная вещь, так и полезная информация. Стрельцы, звезды знают, что приведет вас к победе. Это настойчивость и упорство. Проявив эти качества, вы проведете день под знаком свершений. Козероги, хотите избавиться от одиночества, проявляйте инициативу в общении. Не время стесняться и набивать себе цену. Водолеи, не планируйте глобальных проектов. Ваших сил и финансовых средств может не хватить для стремительного прыжка вперед. Рыбы, на вашу долю выпадет много новостей, но большинство из них, к сожалению, окажутся для вас бесполезными. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.